Есть хорошее выражение: в любой стране мира на любом языке дети улыбаются одинаково. А чтобы дети улыбались, им создают праздники. Новогодние, рождественские и не только праздники. Детям оказывается помощь, инициаторами которой становится представительница Белорусского союза женщин. Когда объявили эту акцию, все наши первичные организации, районные, городские, откликнулись. Наши женщины белорусские с открытым, чистым, добрым и теплым сердцем приняли активное участие, несмотря на занятость, на множество мероприятий, новогодних праздников. Буквально просто загорелись глаза у женщин и собрали большое количество новогодних подарков. Самый милосердный народ на планете – это женщины, и именно их сердца болят о людях. Сегодня – о детях Украины. Ведь каждая из представительниц Белорусского союза женщин – мама, а потому каждой из них так хочется подарить частичку теплоты своей души. Теплые колготки и носочки, средства личной гигиены, детское питание и многое другое было собрано этим слабым, но при этом таким сильным полом – нашими белорусскими женщинами для детей Украины. Поступили эти такие подарочки яркие, красочные от наших регионов. Мы сегодня отправляем их на Минск. Ну и, соответственно, в Минске уже будут формироваться и направляться по назначению. Нашу страну, наш народ можно считать настоящими донорами милосердия и сострадания. Ведь белорусы поддерживают людей из Украины, вынужденных бежать со своего родного дома. А потому не зря наступивший 2023 год в Беларуси объявлен годом мира и созидания.